маленькой частью отеля. Здесь, конечно, очень красиво и напоминает эти высокие хвои Италию на самом деле. Кто был в Риме, вы же помните, да, там эти такие высокие хвойные. А это мой загар. Не пытайтесь загореть сразу же за 2 дня. Так как я в Турции живу уже 4 года, то я привыкла к тому, что здесь потрясающий воздух. Особенно в таких местах, как Анталия, Мармарис, где летом становится жарко и нагреваются хвойные шишки, хвоя сама по себе. И стоит такой аромат в воздухе, и столько зелени, минимум какого-то индустриального производства. И можно просто дышать в полные легкие.